Снова за родом, мои господа, на связи Роман и канал Freeze and Games, а мы продолжаем с вами For the что-то там of the Gods, тудым-сюдым. Сегодня у нас сразу же со старта новый Титан, которого мы в прошлой серии немножко увидели. Это опять что-то летающее, что-то большое и что-то типа орел, потому что вот здесь я тебе показывал, видишь, на заставочке какой арт нашел прикольненький у человека на... не помню где. Так, я выжил, даже не поранился. Ну пойдем! Собственно говоря, думать и решать, что мне с этой душниной делать, потому что как бы надо как-то... О! Здрасте! Так, подожди, это как вариант, наверное, забраться мне обратно. А это, наверное... А, все, я понял. То есть это, до этого титана надо было, наверное, дойти как-то понизу по кругу, а я... Все, я понял. Я, наверное, изначально не так пошел. Ну и в рот компот. Дошли, и уже хорошо. Ладно, что будем с ним делать? Я мерзну, мне все так же холодно. У меня последняя согревашка. Что будем делать дальше, глубоко в душе, не знаю. Но оно стреляет. Это мы уже видели у предыдущего титана. Бляха, мне показалось, призрак. Это мы уже видели у предыдущего титана. Нас этим не напугаешь, нас этим не удивишь. Вообще, в принципе, никак ничего. Но как-то надо думать, что мне с ним делать. Кстати, на удивление... Что? А, нихера. Я на единичку могу удерживать и даже оружие выбирать. Я только сейчас узнал, да? В битве на предпоследнем титане. Вот, кстати, пузыречек. Неплохой весьма. Согревашка. Но у нас вроде закончилась как плохая погода, что не может не радовать. Хлебец не влазит. Хлебец не влазит. Я, кстати, как раз хочу есть, поэтому я вот такой же хлебец съем. И вот такой же хлебец сейчас подберу на Е. Я не знаю, почему нажимаю на Ф. Как удачно, кстати, присел. Видал, тут бомбардировка ковровая идет, а я просто присел, хлебушек собираю. Ладно. Что мне с ним делать? Птица счастья завтрашнего дня. Не выеби только меня. Что мне с тобой делать? Птенчик, хулиганчик. А вот там, кстати, что-то есть. Там, кстати, что-то реально интересное. Веревочку тут тоже возьму. Бляха, хлебушек не лезет. И этот хлебушек не лезет. Так, ну давай я, наверное, съем вот этот круглый. Потому что почему бы и нет. И, наверное, съем вот этот тоже. Один. Да, и мы, получается, сытость утоляем прям по максимуму. Отлично. Так, железка забирай, тряпочки забирай. Ну, пойдем, попробуем, не знаю. Вот эта хрень тоже что-то похоже на типа подбрасывание. На, как бы это назвать, на пердячем пару-то вот это вот турбина, не турбина. Короче, что-то типа такого. Но мне интересно, что вот это вот за чудо-юдо. Так, подожди. Я, наверное, вот таким образом аккуратненько, аккуратненько, чтобы не получить по свистальничку. Так, ты не кнопка. Окей. Ты, может быть, кнопка. Ты не кнопка. Ага. То есть кнопки тут отсутствуют. И как? И что? Мы вроде какую-то записку читали, но я это... А, подожди, или не читали? Опять хлеб. А зачем тут так много еды? Так, ящики тоже ломают, смотри-ка ты. Еды тут просто неимоверно огромное количество. Хилка. Хилка пригодится. Так, это еда. Это веревочка. Ладно, хорошо. Пойдем думать. Пойдем думать. Куда бы сходить подумать? Вот это что? Вот это что? Вот это что-то непонятное на земле сейчас валяется. Так, микрофон one check, one two, one two. Ага. Не попадешь. Это просто так. Ага. Тогда пойдем к той башне. Что у меня по запискам? Вот последнее, что я нашел. Ты видел волка. Мы приходим сюда. Вопрос. Ответ. Что вот с этим делать? Допустим, я постою. А где оно? Оно, когда стреляет, к нам сильно приближается, нет? Слушай, ну как бы и да, и нет одновременно. Что-то как-то пока непонятно. Наверное, все-таки надо на ту хрень лезть. А еще надо выносливость прокачать. Я люблю в этой игре бегать.
А бегать я долго не могу, потому что выносливости не хватает. Наверное, здоровье больше не буду качать, все-таки больше сделаю упор в выносливость. Так, он залетать будет откуда? Где он? Ага. Тогда я с этой стороны полезу, и он тогда не сможет меня забомбить. Да, пусть. Ох ты ж, ежик. Не-не-не, не достанет. Хрен тебе, курица. Ага. О, точно. Допустим. Это типа посадочная площадка, что ли? Ну, поднялось оно. А, так, наверное, надо, чтобы полностью прям поднялось. Так как... Ебать, та-та-та-та-та-та! Немножко неудачно приземлился. Все, надо полностью поднять эту хрень. Окей, так, ты где? Так, курица с той стороны залетит, значит, мы залезем с этой стороны. Допустим, здесь. Но больше кнопок нет, я только увидел раз-два пьедестал, и все. Но мне почему-то кажется, что должно быть таких подобных пьедестала 3. Ох, ты ж мать. Интересно. Ты как на это реагируешь? Двойным залпом? Ага. Подожди, тут инструкция по умертвлению. Достаешь лук с пьедестала, херачишь в глаз, ну или в голову, и птица типа должна падать в огонь, что... А, придет монстр. Нам надо ее связать. Придет монстр и даст ей пизды камнем. Ну, я так вижу эту инструкцию. Ладно, допускаю такую вероятность. Так, подожди, это хрень. Здесь я могу подлететь, подпрыгнуть? Хуй там. Хорошо, допустим, зырь. Глаза пузырь. Я помер? Ебать, я курицу сбил! Херая деловая колбаса. Так, нет, она жива. Но взрыв, конечно, был мое почтение. А это хвост, это самое такое, блядь, самый сложный участок. А как ты, куда ты полетел это, слышь? А как монстр же должен прийти и тебя камнем убить? Не будет такого? Меня рисунки обманули? Какая-то херовая инструкция по применению. Ну, допустим, одну печать я точно дожму. Ой, там печати на крыльях. Охренеть, не встать. А как мне дальше-то к ней пробраться? Блин, надо, чтобы... Нет. Если
эта птичка будет выполнять левый крен, левый поворот, то тогда хвост наклонится в другую сторону, и я смогу по нему пробежать. В теории. На практике, конечно, я хер вообще знает, как это будет выглядеть. Либо надо лезть обратно и пробовать еще раз взрывать, чтобы забраться уже непосредственно на другое место. Побежали. Давай, бабонька. Отличный крен, петушара. Давай. Опа, я держусь, я схватился. Все, отлично. Теперь надо добраться до печати. Где печати? Я держусь, ничего страшного. Где печати? Не вижу нигде. Но я думаю, что на крыльях. Вот что-то мне подсказывает, что на крыльях должны быть печати. Да. Крылья. Да тихо ты, бляха. Как она держится за те места, где нет оперения? То она за эти места держится, то не держится. Опа. Да что ж ты, куда ты? Встань, блядь. Давай голову сразу смотрим. Опа, фоторежим. Так, допустим. Подожди, птичка моя маленькая. Копать ты, конечно, да. Жесть, вот это воробей. Ты прикинь? Вот это воробушек. Вот таким непосредственным образом, а? Каково? Ладно, поползли. Только не падай, я тебя прошу. Только не падай. Не падай! Ладно, полезли, не будем рисковать. Да здесь должна быть печать. Не может быть, чтобы у птицы не было печати на крыльях. Это же основная сила. Воу. Так. Вот же отсюда вижу что-то кругленькое. Цицком это не может быть. Цицки обычно не располагаются на крыльях. Ага, и еще и не светится. Хорош. Сейчас ты у меня присядешь. Есть контакт. Блин, мне может выносливости не хватить. Отлично. Все, теперь надо дождаться крена оптимального. И, наверное, каким-то образом переместиться, малеха, и отдохнуть. Восстановить выносливость, зырь. Куда? Куда? Ты что? Еб... Ах, ты ж, блядь. Это что, ветром типа сдуло? Так, ладно. Не страшно. Но тогда сейчас будем знать, если у нас получится еще раз сбить эту птичку... то мы тогда сразу полезем на другое крыло. Это мы были на правом крыле, теперь нам надо, получается, левое крыло. И надо проверить, есть ли на голове еще, кстати. Потому что если вдруг печать еще может быть... А, хотя, кстати, мы были на головушке и ничего там не видели. Ну, иди сюда. Иди к папе. Ну, к маме в данном случае. Смысл? Так я же по... не понял сейчас. Мне надо ей в шар вот этот светящийся, что ли, запульнуть? То есть прям в рот? А как я с первого раза тогда умудрился попасть? А, стоять! Мне надо поджечь стрелу этим священным огнем. Вот оно что!
Я-то думал, птица должна сгореть, нихера. Это должна стрела загореться. Бать ты здоровый, конечно, пернатое животное. Стоять, я схватился. Нормально. Я успел добежать до необходимого мне крыла. А при чем тут монстр, который придет и добьет ее камнем? Что-то я не понял. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Это что, высоту набирает, что ли? А почему печать на том крыле светится? Мы же ушатали печать на том крыле. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бляха, вот с выносливостью, конечно. Да как? Я же уже полностью отвел. Ну что ж ты не бахнула-то, девонька? Давай, последний раз осталось. Держись, мать. Держись, прошу тебя. Держись, держись, держись. Сучара. Не страшно, мы в воду упали. Ага, ладно. Ну ты, конечно, курица, курица. При взлете это куриное животное слишком много у нас забирает выносливости. Так может тогда забираться не на крыло, а на спину? Ну, чисто как вариант. Хотя мы пока доползем, тоже потеряем много выносливости. Так, идет на заход, нам надо успеть залезть. Окей, подожгли. Давай, 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 иди сюда. Иди ко мне, иди, 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 иди. Хорош. Разработчик, конечно, немного пожломился на анимацию падения этой веселой курочки. А куда у нас ХП все делось? Бля, что, не успел, что ли? Серьезно? Ах ты ж мать. Воу-воу-воу-воу-воу. Опять идем на взлет. О, здрасте, еще одна печать где-то есть. Вопрос только где? Хвост был. Оба крыла были. На голове мы были, ничего не видели. Может, кстати, я не видел, это не значит, что там ничего нет. Бляха, сейчас попробуем до спины долезть. Там, наверное, через фоторежим немножко зачитерим. Я тебя очень прошу, только не отпускайся. Где я?
Бляха, вот это я рискую. Перевернись, перевернись, перевернись. Тихо, я отдыхаю, спокойно. Где ж у тебя еще одна печать-то? Где у тебя еще одна печать? Да нет! А где? То есть смотри, это получается живот-грудак. Там мы можем зацепиться. Но печать-то где? Это что? Да ну нахер! На соске печать. Жесть. Да ну, блядь. Так он никогда не даст мне ее взорвать. А при падении она падает на живот. Это невозможно. А как? Вот она выполняет какой-то затяжной крен, но когда этот крен наступает... Есть! Успел на последней сопюлечке, вот пятюлечка буквально. Так, должен сейчас прийти монстр и ушатать тебя камнем по голове. Ну там же был на рисунках, ну я же видел. Нет, не идет. Релиз The Krogos. Krodos Krogos? Krogos какой-то. Победили Крогоса. Крогана. Крогос. Неважно. У нас последний титан остался на секундочку. Ну этого достаточно быстро уделали. Я даже, может, погромче себе сделаю. Таким, собственно говоря, образом. Так, волчара уже тут спит, окей. Лужа все больше наполняется. Вон там растение растет. Опа! Кто такие? Здрасте.
Ага. Он, кстати, где-то недалеко. Блин, а что за детки-то? Ну, пойдем. Да. Не, ну прикол, конечно. А у меня вроде как есть такое растение, да? Ага, 4 из 5. Значит, можем еще одно взять. Так, есть контакт. Допустим, здесь шкуры, перья. Шкуры, шкуры. Две шкуры. Шкуры, шкуры, две шкуры. Ладно. Ну, почапали. А где это? Туда, окей. Блин, опасно. Чего? А, мне показалось, это кнопка. То есть уже тут кнопки завезли, понажимать надо. Ладно. Так, мне нужны олени. Вообще, я рассчитывал, что на последнего титана мы выйдем уже в полной экипировке. Но нет. Так, мне вернули, кстати, мои факела. На удивление. Крюк вернули. А чё это? Что за щедрость? Отстань. Ага, все. Не-не-не-не-не, отстаньте, я с вами не хочу. Я с вами не хочу, я с вами не люблю. Так, меч у меня, в принципе, еще достаточно живой. Лук мне этот не нужен, этот тоже я нахер выкину. Обычные стрелы у меня есть. Крюки туда же уходят. Это у меня все есть. Вот по одежке, конечно, не вкачаны, не прокачаны. Ну и куда? Туда же опять. Твою ж мать. Ну, давай приземляться, наверное, вот в этом направлении. Потому что туда мы уже приземлялись, а здесь вроде как нет. По крайней мере, я не помню. Хотя, может, и приземлялись. Так, это что, топор торчит? Что это валяется? А, да, топор. Но это топор под разбор, это плохой топор. Угу. Факел нет. Ой, стрелы нет, а факел да. Ну пойдем. Мы ж туда идем, туда идем. Кстати, холодает. Блин, костра-то тут нигде нет. А у меня деревяшка есть? У меня деревяшек нет. Не страшно. Так, тут высоко? Ага. Бляха, и куда тут пилить? Здесь. Здесь я точно был. Вот это прям знакомое все. И сундуков тут нет. Я их все поразв... Нет, здесь я точно был. Фиг вам и знакомые. Хотя они везде в этом мире одинаковые. По всей карте. Блин, да мы тут были. О, пещера.
Да, вот вход в пещеру. Это нас выведет, к еще одному титану. Точнее, к старому титану, которого мы уже месили, рубили. Так а зачем я тогда к нему пойду через пещеру? Может, я лучше пойду так, там, хоть оленя. Кабанидзе! Еба... О-о-о-о, пацаны, вам писярики, конечно, ребятушки. Хорош. Ну, мясо не влазит, ну и хрен бы на него. Вот кости заберу. Бляха, вот это лук, слушай. Вырубают с одного удара. Это чтоб погреться. Где-то еще кто-то хрюкает. Слышишь? Ну хрюкает же, серьезно хрюкало. Так, шмот прокачать. Давай, что, наверное, подороже. Отлично. Перчатки, ноги. Ноги, перчатки. Ноги. Есть контакт. Супер. А здесь, получается, нифига-то я и не был, раз тут сундуки целые. А нет, там я был, подожди. Здесь вроде еще одна свинюшка где-то хрюкала, но я же слышал хрюк. Или это был предсмертный хрюк? Зайцев не бьем, зайцев не бьем. А, у них нет шкуры. Мне от этих зайцев ни горячо, ни холодно. Опа, 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 это что, это пещера какая? Опа, это пещера. Здрасте. Так, ну бляха. Подожди. А это не мясо оленя. Это ни хера не мясо оленя. Подожди, а чье это мясо? А есть ли это мясо кабанов? Их же тут как раз три. А ну. Да, это кабаницыпское мясо. Кабани, точнее. Фига, так тут не везде мясо оленей надо. И оно по два влазит, блин. Я что-то не подумал. То в оленя мясо большое, по одному влазит. Допустим. Где еще? Я ягодки обратно заберу. Мне нет смысла забирать кабанье мясо, потому что я не знаю, найдем ли мы где-то здесь еще костер. А... сырое мясо она по какой-то причине не ест. Не знаю по какой. Вот тебе, пожалуйста. Окей. Так, здорово, великолепно. Угу. А сколько это у меня тотемов? А, один из трех. Жаль. Я уж обрадовался, думал, два из трех. Там под скалой какой-то проход. Возможно, это как раз-таки к последнему титану и есть. Но мы пока туда спешить не будем. Мы тут походим, побродим, поищем кабанчиков, поищем тотемы, поищем лосей, оленей, поищем полутитанов. Нам же с полу... С полу...
С полутитана выпал лук душ. Он весьма неплох. Он кабанов с одного выстрела выстегивает. Может, и меч какой-нибудь козырный выпадет. Так, ты что? Записка. Шепоты следуют за нами днем и показывают себя ночью. Они преследуют наши чувства, изнашивают нас и отбрасывают нас одного за другим, вырывая нас из битвы. Я боюсь выходить на улицу, если у меня нет факела. Огонь, кажется, защищает нас или, по крайней мере, держит их в страхе. А, это их шепоты типа зовут? Так, бутылка вина мне не влазит. Эх, жаль, сейчас бы винца наебениться. Ну ладно. Так, я могу еще туда, в теории... Шепоты это вот эти вот дебильные поганые суки. Падла. Вот эти поганые духи. Не люблю с ними сражаться. Они, конечно, беспонтовые. Бесят шепоты. Ну, название, конечно, прикольное. Шепоты. Так, имеет смысл наверх залезть? Мы, наверное, залезем, просто посмотрим, что там. И полетим туда, к руинам, которые у нас непосредственно за спиной остались позади. А ну, мать, давай, ползи. Ага. А сюда какое миско надо, подожди. Что это? Рыба! Ебать, да ладно! Рыба нужна! А никого не смущает, что у меня удочки нет? Рыба. Факел не влазит, как это? А, точно. Рыба. Ну, я этого никак не ожидал. Мясо кролика, кабана, оленя, пыль призрака. Ну, чтоб рыба. А как ее ловить-то? Руками, кулаками? Луком? Бляха от сандалика. Мне так-то еще два куска оленя надо, чтобы открыть еще один тотем. Две рыбы, я думаю, это проще. Это надо к любому... озеру и тупо ловить рыбу. Так, подожди, мы туда не пойдем там, потому что уже этот хер там шепот. Или можешь сгонять до озера, сразу рыбки наловить, но это будет второй тотем из трех. Так, ладушки, подожди. Блин. Мне нужны олени и кабаны. Опа! Слыхал? Где-то там. А нет, где-то тут. Я не знаю, как все это началось, но я знаю, что мы должны положить этому конец. Нет другого выбора, кроме как убить их всех, или нас постигнет та же участь, что и тех негодяев, что были до нас. Мы должны убедить других, не всех, но достаточное количество, чтобы остановить этот кошмар. Горм. Где-то наверху, что ли? Да, вот он.
Бляха, ну теперь мне точно рыба нужна, потому что у меня 2 из 3. Да, теперь ступняк нужна рыбка. Угу. Так, еще есть хотим? Еще есть хотим. Отлично. Блях, как много хилок. Че, последний босс прям будет жестким, что ли? Опа. А че у меня рука дрожит, понять не могу. Ну, как бы это не моя, это игровая рука дрожит. Серьезно, что за дичь? Мясо кабани мне теперь, слава богу, пока не нужно. Так, перчаточку давай. А, то, что, наверное, замерз. Ёб твою. Что за звук? Так, нет. Это звук странный, как будто бы рядом. Рядом тотем? Да ладно. А не, это наебалово, там не тотем. Это как раз таки этот хрен. Который титан. Не, я пока к нему не согласен. Так, еще ботинки давай. Ну слушай, нам еще 2 шкурки, в принципе, и мы уже будем... Ну, это не считается. Потому что перья что-то не падают нигде. Как рыбу ловить? Вот вопрос. Оно-то есть. Вот оно плавает. Исчезло. А я могу в воде мечом махаться? Нет. Бляха, ну мне кажется, что-то я не то делаю. А, вот так просто, серьезно? Твою мать, полежи тут, полежи, полежи, полежи. Я сейчас выкину это, что-нибудь лишнее. Так, меня вот эти вот ягодки хоть немножко согревают, которые я с собой таскаю? Нет, чисто еда. Их нельзя как-то сразу все выкинуть, блять. Так, одна рыба на все озеро. Серьезно?
Стакаются по две штуки, это отлично. Опа. А чё взять не могу? Куда делась-то? Эу! Сраный ты окунь! Типа спугнул, что ли, или чё? Опа. Подожди, давай еще баночку шлепнем. Да а почему он ныряет-то, спрячется? Мне как-то надо сзади заплывать к этому окуню, или что? Твою мать, ебаная ты рыбеха. Я не понимаю. Бляха, ну мне здесь по теплу уже ничего не поможет. Как мне эту последнюю рыбу-то достать? Да что оно тут светится? Ну, рыба. В холодных водах можно есть сырой, но приготовление увеличивает ее целебное свойство. А, фига, согреться можно. А, ну да, рыбий жир. Моржи перед погружением ебашат рыбий жир, чтобы не это, не сильно так замерзнуть сразу резко. Бляха, а другого озера-то нет. Почему эта херня? Помощь. Выживание. Угу. Тут про охоту как бы... Про охоту, про рыбалку тут нет ничего. Как я первую поймал? Стрелой я в нее не попал точно. Ну, потому что она бы окочурилась, если бы я в нее попал стрелой. Хуй знает. Ага. Так. Когда-нибудь эта метель успокоится, закончится вообще, нет? Так-то холодно. И где эта пещера была, куда надо рыбу скинуть? Это чего? А, спальный мешок. Это мои следы? Я тут уже ходил? Да ладно. Допустим.
Я вижу, это красного дух. Опа. Тотем. Я тотем нашел. Вон наверху стоит. Стопудняк тотем. Тот, который с рыбой не нашел, но нашел тот, который тупо без рыбы. Есть контакт. Так, давай выносливость хочу. Во. Отлично. Где пещера с рыбой? О. А ты как это? Слышь, свинота? Ты не прихуел или животное? Ой-ой, я почти дошел. Поаккуратней. А, еще одна шкурка нужна. Подожди, а у меня что, мясо? Место под мясо было? Точно. Здесь рыбы я не вижу. Так, давай мы тогда хотя бы чутка погреемся. Мы каким образом возьмем? Мы возьмем, съедим. И возьмем, разведем, наверное, к костер. О. А чё это у нас выпало? А, да это пенёк. Бляха, как рыба-то ловится? Все, потух костер. Но мы в любом случае нехило так погрелись. Давай мы сейчас обратно к тому озеру. Потому что там же ведь где-то пещера была. Бляха, там дух летает поганский. Где-то он тут был, я тебе серьезно говорю. Где же он тут висит? Красненький такой. Ладно, хрен на него. Опа, еще одна деревяшка. Можно еще немаленько погреться. А, хотя мы и так, кстати, согреваемся на секундочку. Не-не-не, ягоды не надо. Возьми дерево, пожалуйста. Блять, давай ягоды эти сраные возьмем. Так, ягодку ам. Дерево забирам. Вон она плавает, видишь? А, нет, реально так. В прошлый раз я к плывущей рыбе же. Короче, ладно, рыбку ушатали. Чтобы найти пещеру теперь. Там точно нет. А где тогда? Олени. Олени. Олени — это хорошо, потому что здесь где-то есть как раз таки тотем с мясом оленей. Бляха, не влазит. Так, перчатки есть. А где тут тотем с мясом оленей?
Его же даже слышно, понимаешь? Так, надо что-то скинуть, чтобы это мясо взять. Давайте эти ягоды скинем. Мы одну съедим ягодку. А эти, наверное, поскидываем, потому что их, в принципе, везде много. А мяса оленя ни хрена нигде нет. Сюда? Наверх? Походу наверх. В любой непонятной ситуации надо, наверное, лезть наверх. Потому что с верхушки тупо виднее. Боже, час почти прошел. Охренеть. Да, это, видимо, где-то здесь реально. Эй, женщина, ты чего? Так, где это? Ну, в пещере быть не может. Пещеры не помню. А я ее не помню, потому что мы в ней не были. Так. Фляги с теплом. Фляга с ХП. Ага. Мы, кстати, за всю игру так ни разу и не поспали. Блин, где... Что мне светится-то? А, перчаточки. Сюда я вышел, я вообще плохо вышел. Я тут тотема вообще не слышу. Там я его хотя бы слышал. Огонь. Не понял. Ебать! Что это? Охренеть, да ладно! Твою мать! Вот тебе здрасте! А как это? Так, я понял. Сука. Ага, поэтому нельзя карабкаться. Хм.
Ну и что? А, ну да. Это дорога к тотему, что ли? Моя стрела торчит. Ага. А я не могу наверх залезть. То есть, вот типа я хочу зажечь стрелу от этого огня, но я не могу этого сделать. Потому что я не могу залезть наверх. Тут нельзя зацепиться. Ну-ка, толкай меня. Потому что надо дурочку, блядь, посмотреть было по сторонам и посмотреть, что там еще один есть костер. Бляха, тут как много, оказывается, еще потайных мест, загадок всяких есть. Вот тебе здрасте. А туда будет нихера себе приземлиться, слышь, а там встать-то негде. Нет, да, сучара. Да в пизду не стоит этот тотем того. Не нахер, слишком долго ебанина. Но интересно, интересно, конечно же. Блях, нихера себе. Я ведь что-то уже подобное видел, имеется в виду вот такую вот фиговину квадратную на земле. То есть надо было тупо кинуть на нее костер. Интересно. Так, ладно, надо будет запомнить. Если что. Мы в любом случае какой тотем еще найдем. Мы тотем с рыбами, наверное, откроем. Тотем с оленем тоже откроем, если хватит оленей. Вот. И если мы эти оба два откроем, то тогда мы, наверное, вернемся сюда и попробуем этот раздобыть. Потому что как раз получится три. Да? Да. Там где-то у нас тотем с рыбой должен быть. Я не помню точно, где он, но в любом случае я сейчас сохранюсь и уже будем продолжать в следующей серии. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.